Ребят, всем привет! Находимся мы в Латвии. У нас, как всегда, перед выездом каждый раз жопа, бля. Опять сунули нам две машины, одну загнать на продажу. Ох, у меня крышка от блю открыта. Аленина вон, мишки расставила. А мне дали такую загнать. Иртека — это такой колхоз. Бля. Потом, короче, расскажу вам. Так вот, недорассказал. Короче, пошли за Венетой, купили Венету на Литву. Дали нам эту машину загнать. Хрен пойми, кто, что. Вот лишь бы, блядь, просто сбагрить эту машину продажную. Дали загоните в эти, в Нидерланды. Хорошо, Нидерланды. Приходит мужик, который выдает машину. Говорит, машина... Машина на Италию, говорит, едет. Забирают, отдают. Сейчас, типа, найдем вам две загрузки. Говорю, ну мы должны ехать, типа, вместе, потому что там у Алены ни навигатора нету, там, ну, туда-сюда, чтобы постоянно держаться вместе. Да, хорошо, найдем две загрузки. Приехали, загрузили Алену машину, тишина на мою. Я думаю, что делать? Ну, хер с ним, звоню, говорю, блядь, мы можем ехать? Ну, типа, что мы стоим? Да, сейчас узнаю, 5 минут перезвоню. 4 часа прошло. Никто ничего не знает. Я говорю, мы загрузили одну машину. Второй можем ехать пустой, потому что в продажной РФ сел аккумулятор, вообще сдох. Если там, ну, груз под РФом, то я заводить, говорю, не буду. Хорошо, едем так. Едем, скидывает координаты. Сейчас уже в Австрию. Гоним продажную машину. Гнали в Нидерланды, уже гоним в Австрию. Я говорю, как едем по Австрии? Ну, ДКВ, боксов нету вообще ни одного. Вот, ну, чисто по программам по каким-то. Я не знаю, как я поеду по программам по этим. Скачали на телефон мне Tool Collect немецкий. Польский — это Viatol на телефоне. Польский, ладно, по Польше мы ехали, там все понятно. Вот по немецкому этому Tool Collect я не знаю, как ехать. Это будет тоже какой-то у нас квест. И по Австрии, я говорю, как по Австрии ехать без ДКВ? Говорит, виньеты покупает. Не знаю, куда мы приедем, что мы доедем. Но неделя у нас получается почти будет целая ада, блядь. С этим перегоном машины. Пока мы ее сдадим, объединимся в экипаж. Вот так вот тягаемся друг за другом. Такие вот дела. Что ж, будем снимать потом дальше, расскажем. Всем пока. Всем доброе утро. Алена ведет бухгалтерию. Мы еще передвигаемся вон двумя машинами. Вон стоит наша машина продажная. Уже шестой день. Мы занимаемся этой дрочью какой-то непонятной. Ругаемся здесь по-черному с Игротекой. Уже хотели нам... Ехали, короче, по Польше. Заехали в Польшу. Едем на мою загрузку, на продажную машину. Приезжаем, нам дают... другую загрузку, типа это уже отменена, даем другую загрузку, и типа надо разъединиться, ехать двумя машинами. Я говорю, мы разъединяться не будем, говорю, хотите, ездите сами, делайте что хотите. Мы изначально договаривались, что у нас нету навигатора второго никакого, Алена там одна не поедет никуда, и что, ну, не будем мы, короче, разъединяться. Говорю, хотите, везите нас на гараж, поедем домой. Вроде что-то решали, перерешали. Сказали ехать до запрета. Воскресенье в Германии запрет. Стоим до запрета, потом едем, выгружаем мою машину, потом загоняем на продажную, отдаем. И потом двумя чипами едем на Люксембург. Алёнину выгружаем машину и там оставим паузу, объединяемся в экипаж. Сегодня сидим, пошли в душ. Без душа были, наверное, 4 дня. Красные, что черти были. У меня волосы уже были как будто под лаком. Как поставишь, так и стоят. Это я столько никогда в жизни не мылся. Ну, чтобы столько времени. Сейчас приходим опять. Замена полуприцепа, звонит нам водитель. Я тут стою. Я говорю, слушай, нам вообще фиолетово. Где ты стоишь? Говорю, мы ни на какие прицепы не поедем. Он, звони нашему менеджеру, типа, блин. Звоним его менеджеру, говорю, слушай, мы договаривались, что мы едем двумя машинами, и нас разъединять нельзя. Говорю, мы никуда не поедем. Что-то там менеджер писал нам. Мы позвонили своему, объяснили ситуацию. Она говорит, пускай звонят, если что, мне. Едем, как ехали. Так что сегодня у нас начинается новый квест. Виньетки
евро мы уже купили по этому, по приложению, не по приложению, а на сайте Евровиньета, как она там называется, ну как что, букинг Евровиньета какой-то, там сайт мне дали. Виньетки мы купили, там я на продажную купил на 3 дня, Алене купили через Трансикс. Остался квест по Германии оплатить дороги без бокса через тоже приложение Tool Collect, надо как-то будет подвязать ДКВ-карту. Подвяжем, будем смотреть, что это получается. И будем сегодня ехать целую ночь до утра. Надеюсь, что завтра... А, завтра мы не доезжаем до выгрузки, нам надо будет отстоять девятку и доехать на мою выгрузку в 9 вечера в понедельник. Она... Вот в понедельник мы выгружаемся, переезжаем на сдачу машины, отстаиваем там паузу и валим на Люксембург. Вот так. До связи. Как мы сдадим эту машину, мы снимем видосик дальше. Уже реально задолбало. Тягаться двумя машинами — это такая нудная херня. Это последний, наверное, раз. Больше мы будем отказываться. Пускай, если что, нас домой заводят в отпуск дальше, но больше мы продажные машины брать не будем. Это вытрепали нервы так, что я же говорю, что на таких конях уже там орали, что... Ну, вплоть до того, что оставим с машину, блядь, поедем домой вообще сами. Будем искать другую фирму для работы, если что. Потому что менеджеры... Один скинул, второй, блядь, мне это говорит, я тоже перекинул другому менеджеру, разбирайтесь там сами, как хотите. Машину сунули, а ты сам что хочешь, то и делай с ней. Едем, каждый раз звонишь, куда гоним продажную? На Нидерланды первое, второе на Италию, потом приходит смс-ка, гоним в Австрию. И, ну, я говорю, блядь, это вот как это все делать, машина без боксов, блядь, ну вот что это, вот мне надо гонять, это думать что-то, нахер мне это надо? Короче, больше мы этой херней заниматься не будем. Вот так, всем удачи, увидимся дальше. Ребят, всем привет. Алена мне выделила супер тапки теплые. Я теперь как этот человек-динозавр. Вот так. Короче, у нас все продолжается, этот квест с двумя машинами. Ничего у нас не получилось, потому что у Гертеки постоянно меняются планы. Стоим мы уже в Голландии. Вчера должны были вечером выгрузиться и утром сегодня сдать эту продажную машину. Ничего не сдали. Без 5 минут до того, как выходит девятка, приходит сообщение нам, что выгрузка переносится на 28 число, на 2 ночи. То есть вот мы сегодня вот стоим, в 2 ночи поедем на мою выгрузку, потом забираем Алёнину машину, возвращаемся и едем сдавать эту машину продажную. Это не продажная, это Алёнина, на которой мы будем работать. Едем сдавать продажную машину, потом едем в Люксембург. Честно, уже так достало эти их замены планирования, уже могли бы давно объединиться и нормально работать. Но это просто, ну, честно, какой-то ад. Ну, благо, что стоим. Уже стояли суточные здесь на месте, возле выгрузки. Не знаю, Гертеки выгодно такие рейсы, что мы делаем, невыгодно. Проехали мы по 3000 каждой машиной, получается, уже проехали за это время. В общем, завтра мы сдаем и объединяемся в экипаж. Так что всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Пишите комментарии, кому что интересно по работе. Будем отвечать, будем на связи.